что не получилось во второй и последующих четвертях матча, ведь первая была, наверное, практически идеально исполнение. К сожалению, нам не удалось играть без спада. И особо как-то которые сразу же наши спады не воспользовались. В первую очередь, собственно, действительно очень хорошо начали, удерживались планы, а потом где-то может быть усталость, где-то может быть потеря просто концентрации, когда мы отступаем от плана, происходят такие вот провалы, и нас идет наказывают, когда сегодняшняя игра не первая. Насколько это повлияло на игру команды сопротив, в общем-то, и с тобой не самый длинный стрельник? Конечно, очень хороший игрок, очень высокий спорт. Все может. Есть ли вопросы по Александровичу? Спасибо. Спасибо. Желаем вам удачи в матче с Донецком.